спорткомплексе «Конаковский лед» состоялось первенство города по фигурному катанию среди юниоров. Центр фигурного катания в Конаково – один из проектов Ирины Родниной. И призван он дать дорогу в большой спорт девчонкам и мальчишкам. В день проведения соревнований звучали самые теплые слова. От имени главы города Конаково Максимова Валерия Викторовича поздравляю вас с наступающей 69-й победой над фашистской Германией. Красивые костюмы и заточенные коньки. На первый взгляд кажется, что это главные критерии, по которым судят спортсменов. Но все же судьи отдавали должное хорошим прыжкам и выверенным движениям. Даже если их выполняют самые маленькие фигуристы. В юном возрасте, считают специалисты, необходимо нарабатывать технику исполнения. Когда она четко поставлена, артистизм добавляется сам. Это уже доказали участники соревнований, показавшие неплохие результаты. По итогам первенства всех наградили не только кубками и медалями, но и громкими аплодисментами.